Мэдисон Хаббл и Кифер Хаббл. Брат с сестрой, американцы. Многим эта пара очень по душе. У них уже вовсю идет вход во взрослое катание. Поэтому им тяжело вдвойне. Но и аплодисментов будет больше от нас, от знатоков фигурного катания. Мы-то знаем, кому как тяжело. Мэдисон и Кифер Хабблы из Соединенных Штатов Америки. И на этом с пятым местом покончено. Переходим к четвертому. По мне, так самое обидное место. Так близко к пьедесталу. Совсем чуть-чуть не хватило. Йенни Вахама. Финская девушка. Само изящество и очарование. Кстати, вот повторы Хабблов показывают. Очень у них много было сегодня оригинальных элементов.